Вітаю, все зворотній відлік номер 38. Здравствуйте. Утро. В общем, утро, холодно. Сьогодні 17 листопада 2016 року. Залишилося 2 дні до Family Student Party. Зараз ми йдемо розповідати всьому місту, на всі ті телеканали, на які тільки можна. Всьому світу. Короче, ТВ5, Запоріжжя. Держите свої чішки, тому що сімейство їде к вам. Разрушать ми, короче, будемо плохого настроєння. Запрещать, наверное. Запрещать. Да я ж нічого нікому не запрещаю, просто. Плохое настроєння треба запретить, тому що ми йдемо розрішати хороше. Треба спішити, тому що ми афіши забили. Мы очень пунктуальны, и мы не опаздываем на ТВ-5. Вот она цена. Афишку взять. Кто, блядь? А вот эти ребята. Я передаю ручку. Доброе утро. Доброе утро. Антон, доброе утро. Надо спешить. Да, надо. Антон решил допаять там что-то. Здравствуйте. Здравствуйте. Тебе же звонили или что? Нет. Давайте спешить. Надо спешить. Ебать. Здравствуйте. Вот лишь бы... Слушай, запиши, пожалуйста. Здравствуйте. Издачу. Ебал. Пошли, а спешить надо, чуваки. 8, туда уже зайти надо. Сама, я видел, что... Ты еще кофе заказал, блядь. Женя, что там будет сейчас? Мы идем на ТВ-5. На как она называется? Передача «Утро с ТВ-5». А потом на ТРК Запорожье. На передачу так надо «Ранок спешить. ТРК Запорожье». Пошли. Да. Блядь, как тёлка. Посмотри на него. Плохо, ебать, я 800 рублей заплатил за эту хуйню. За какую? Чтобы мы на канал пошли. Все, идем. Спасибо. Давай билеты. Кофе вот. Билеты купил себе? Не себе. Что, за деньги купил? Мы же их разыгрывать тоже должны. А, сейчас? Ну а да. Какие условия? Херово, сказали 2 билета взять. А, там будут звонить в студию? Не знаю. А, да, кстати, хочу попасть, это мероприятие. Такая же женщина старенькая. А что я выиграл? Пошли быстрее. Вот это вот очень важно. Очень важно. Ты их курил? Очень важно. Так ты, блин, на ТВ-5 сейчас идешь или не идешь? Сейчас еще кто-то скажет, фу, я вонял. Ты драндафил, блядь. Вон с курилом воняет, видите нахуй. Блядь, как воняет, вы типа не можете выступать. Пим-пим-пим, блядь. Кофе пью пока. Спасибо. Блядь, смотри, как засунули. Смотри, как тебе ложечку вставили. Сейчас увидишь, как тебе ложечку вставили. Просто посмотри. Жень, о, на, 2 билета, это тебе. В смысле? Приходи на наш концерт. Спасибо. А если без шуток? Ну, давай 5 их разыграем. А 2 решили? Сказали 2 взять. А если бы мы сказали, хотим 3? А если я их сложу, то ничего? Ну, лучше не складывай, они должны быть красивые. Присел на дорожку. Я зарештался. Вот когда снимал, да? Наверное. Прям передали будет минуту, хуй на молчание. И перед камерой прям стоит свечка такая. Серега, бля, не тряси свечку, бля. Прям стоит, бля, знаешь, типа. А ему на руку это, воск канифоль, воск накапал, ему больно. Болит. На правах рекламы мастерок. Мастерок. И если поспаяю, ты, все, да? Если ты здоров, приходи к нам в мастерок. Девственность, это паяете? Кого? Девственность тебе, блядь. Мы сейчас засмеемся, блядь, а будем тупить. Без 4 хвилин. 8. Мы встигли. Димон, так это, а с кем ты разговариваешь? А он. Здравствуйте. Здравствуйте, а мы на эфир на утренний. А что у вас так много? А у нас команда. Да, сейчас, секундочку, подожди. Да, да, да. Ну что за команда? Фамилия. Есть какой-то документ, паспорт. Музыканка. А? Специально для снимаешь? Да, специально тебя. У меня, кажется, чемодан с собой. Он, кстати, записывает, да? Да. А если у нас один сидевший? Вы знаете? Да, знаю. Можно идти, все? Спасибо. Хорошо. Все, тихонечко. Так мы когда выходить будем. Так, ну что, первые гости одеваем. Честно, мы втроем будем. Хорошо, поехали сразу в студию. Сейчас мы оденемся, все сделаем. Смотри, смотрел клип, думаю, ты не ты. Оказывается, ты. Я снимаю. Ой, я чувствую этот рок. Так, Антон, это кто? Это я. Ты и ты в кадре, да? Еще один человек. Не подписан. Маслихин. Где звук видно? Нормально, сексуально. Так, Дмитрий, это кто еще раз? В кепке. В кепке. Все.
Зараз запорізькому вирку з них понад 40 з особливими потребами. Короче, скоро будемо починати. Это всегда к хорошему, можно сказать, вообще. Тем более, что такие яркие музыкальные коллективы, которые пришли к нам сегодня в гости, решили немножко нас с вами ударить, как говорится, прочь осенняя депрессия, ударим роком по хорошему настроению. Концерт четырех групп, если не ошибаюсь, состоится совсем скоро. У нас сегодня представители группы, во-первых, Виа Бетон, если речь идет о выступлении Сулименко и количество последних зрителей. Ну и Гаврюша Антон, сегодня у нас представляет еще один замечательный коллектив. Антон с ним знаком, где-то тут что-то с рифмой, скорее всего, все расходит. И два билета мы будем дарить, кстати, самым активным телезрителям. Вот каким образом можно получить, дозванивайтесь к нам по телефону 213-46-24. Мы с вами подумаемся клип в нашем сегодняшнем стриме. Теперь с уверенностью можно сказать, кто является спонсором вот этих активных ребят. Шаумаленд называется. Еще раз пригласим, где, куда, во сколько, кому будет, какой дресс-код. Вам привет тебе. Я обещал, что буду привлекать. Мама, видно, друг были один у нас. Правда, мама побеспокоится о той компании, которую ты пришел. Кем ты вдруг бы связался? Ну и как бы приймать прямой звонок без мамы нашего гостя, думаю, мы лучше попали на Быстрее выручайте. Время. Сейчас такой бас, прямой эфир. Отстрелялись, пацаны. Брат за брата так за основу взято. Меня зовут Миша Маваш, я ебашу лицо в каше, ебу Машу, а также ее мамашу. Раунд. Нормально. А вообще работает он на столивару. Ты мог бы... До свидания. Афиша-то осталась на столе. А я же и специально оставил. Запорожье, готовься, пацаны сейчас приедут, все порешают. Да. В АТБ сходил, скупился. Уже это была шутка когда-то. Была уже? Смешно. Я не наговорился. Так у тебя сейчас будет прекрасно. Нет, в смысле, я думал как-то они вообще выглядят. Эти мне понравились ведущие, они такие добрые, знаешь. И как вот это на Запорожье, где опять она. И понял, мы такие заходим, мы такая, смотри на нас. Блять, снова эти черти. Еще какого-то дурачка привели меня с носом. Сука. Сделай так на Запорожье, слышишь? Еще наш раз. Начинает подмигивать. Все. Вот, от как раз на Запорожье. Здравствуйте, а мы на запись на 9.20. 114. А. Хорошо. Ой-ой-ой. А ты гудок дождался? Здравствуйте. А мы пришли на запись. Спасибо. Сказали, заходите. Сказали, сейчас подойдут. Можно я маме позвать? А так через скачно. Все? Хорошо. Ну, через 15 вы уже будете. Хорошо. Ну, если можно. Прошу, просто я не знаю, как вот именно
народом, да. За Россию. У нас будут два основных говорящих, а мы сядемся. Какой такой стол? Че, кого сучара? Я Путин запитаю, кто хочет в туалет, каким ты за мной? Жаль, потом покажешь. Сегодня почему-то везде весело, обычно на Запорожье мрачно. Минус на минус получился. Понял. А вы тоже на передачу? Да. Вы где-то выбрали, да, что-то? Нет. Ну, просто классные. Там стало важно доведеться комусь вибирати двох людей, хто буде взагалі не мовити. Так, що не оптимісти, а можна говорити комусь? Так. Говорять. Добре. Будемо. Передача. Так. Так. Не, ті, хто в кадр йдуть туди. Ми вибрали двох? Да. Можна. А, будь ласка, за эту лінію не заходіть. Всі телефони виключають. Телефони виключають. Зараз ти, бо я зроблю підводку після нікому. Ну і ми рухаємося ефіром далі. От завітали до нас гості. Ми з ними будемо спілкуватися, але після кліпу. Звук запорозький, все-таки понятно всегда, що Запорожье не згасає в музикальному плані. Шаурма – це філософська тема. Є люди багаті, є люди бідні, але всі приїжджають на шосту лікарню з'їсти, щоб було. В групі ВКонтакті буде висіти це запитання, хто перший дає правильну відповідь, ставить лайк та репоста, той виграє відповідне запрошення, зможе насолодитися чотирма формаціями, легендарним ведучим, ну і як мінімум точно буде якийсь конкурс для того, щоб з трубочки пити алкоголь. Виходимо до рубрики «Народний календар». Про мудрість нашого народу, яку він збирав віками, дізнаємося з наступної рубрики. Быстро, у народного календаря. До побачення. Ты задали красного, да, вообще? Задали сам помидор. Так это от тебя. А я могу сказать, что от тебя. А я же по первому сказал. Так что нормально там, ничего? Нормально. Жека такой, ну алкоголь будет. С алкоголем. Дякуємо, до побачення. Спасибо. До побачення. А вот сумки зря мы оставили. А ты сейчас покажу. Ты я тебе покажу сейчас. Что ты хочешь доказать?